Черт. Зачем ты это сделал, парень? Голоса. Все эти проклятые голоса. Мне было одиноко и страшно. Хотелось, чтобы они умолкли. Почему ты не обратился за помощью? К врачу, другу или еще кому-нибудь? Никто меня не слушал. Никто не воспринимал всерьез. У меня не было выбора. Они так кричали. Но сейчас все тихо. Все тихо. Ничего, парень. Жаль, что так вышло. Не хочу сейчас одна выходить на улицу. Обязательно нужно будет уходить вместе с ними. Но почему я не могу придумать интересный вопрос? Почему парень не отвечает Джилл? Она хорошие вопросы задает. Это не вечеринка. Это расследование убийства. И чего всех интересуют жуткие подробности? Чего не бояться? Что мы испугаемся убийцы? Но я и так уже боюсь. Боже, почему они все скрывают? Скотт хоть немного расслабится. Просто расскажи им, что произошло. Скоро и так все будет известно. Эй, Бройлс, видел девочку, что тут живет? Как объявится, сообщишь мне. Усек? Это пушка мамин подарок. Зачем убийца вообще сюда явился? Что я упустил? Thank you.
Я помню, как увидел в газете объявление об аренде квартир в Ригал. Многие подумают, что это грязная запущенная дыра. Но для меня это было место с богатой историей и своей аурой. Для меня это был настоящий источник вдохновения. Не успел я опомниться, как уже стал жильцом квартиры 3А. Оглядываясь назад, я жалею, что сразу не сбежал оттуда, даже не распаковывая чемоданы. Оказалось, что у моей новой квартиры аура сильнее, чем я предполагал. Ковры почему-то были сырыми, трубы ржавыми. А иногда было слышно, как сосед снизу колотит по стенам и орет что-то во все горло. Конечно, там были и другие незначительные неудобства, но с ними вполне можно было примириться. А вот с душем, из которого течет ржавая вода, с загадочными пятнами на ковре и несносным соседом, жить было невыносимо. Я вызвал водопроводчика. Он прибыл именно тогда, когда я уже собирался познакомиться с соседями снизу. Когда я показал мокрые пятна на ковре, водопроводчик почесал в затылке и сказал, что никаких утечек нет, видимо, я что-то пролил и не заметил. Он что думал, что я идиот? Я ничего не проливал. Водопроводчик извинился и сказал, что если протечек нет, он ничего не может сделать. Потом он занялся душем. Оттуда по-прежнему текла ржавая вода. Он предположил, что проблема в бойлере, и пошел его проверить. Я в это время решил разобраться с соседом снизу. Я постучал в дверь, но никто не ответил. Там стояла полная тишина. Я попробовал открыть дверь в уверенности, что там заперто. И вдруг дверь распахнулась. Квартира была абсолютно пуста. И тут я заметил, что на полу появляются влажные следы и идут прямо на меня. И тут раздался пронзительный крик водопроводчика из бойлерной. Когда я спустился, того уже и след простыл. Но он обнаружил, почему вода такого странного цвета. В старый бойлер кто-то затолкал раздутый разлагающийся труп. Полиция все еще расследует это убийство. А домовладелец обещал отремонтировать бойлерную. Квартира 3А снова сдается. А я навряд ли уже когда-нибудь безбоязненно открою кран в ванной. Повернулся. Ты арестован. Вот чему я помешал. Ему нужна была девочка. Куда она делась?
Нужно обязательно найти этих жильцов, если они еще живы. Фото потребуется Рексу для розыска. Нужно обязательно найти этих жильцов, если они еще живы. Конечно, дорогая. Церковь должна помогать. Выбросил из окна. Расстрелял прямо на улице и даже не проверил, есть ли свидетели. Как будто тебя не достать. Зацепка одна. Девочка. Ее надо найти. Теперь падение фигня. Но высоты все равно боюсь.